Привет, друзья и гости моего канала. С вами Мария. Сегодня я буду реанимировать свою котлею. Это реанимашка, я ее купила. И она оказалась залитой. И прогнили корни практически полностью. Вот один корешок у нее остался беленький. Котлея это тоже орхидея. Она не любит много воды. Ей необходимы просушки. Вот такие еще два у нее черных корешочка. Я тоже их оставлю. Пусть будут. И ниточки эти не буду обрезать. Они понадобятся для закрепления в горшке. Это псевдобульбы называются. Они расположены на ризоме. Их 6 штучек. Такие худенькие. Ну, ничего страшного. Сейчас весна, и будем реанимировать. Для реанимации мне понадобится горшочек с дырочками внизу. Я взяла его от фаленопсиса, чтобы наблюдать за тем, что будет происходить в горшке. Также понадобится пенопласт, кора и древесный уголь. Половину горшка я заполнила пенопластом и котлею мы вставляем таким образом, чтобы не повредить оставшиеся корни, если они имеются. И устанавливаем самыми первыми псевдобульбами к краю горшка, потому что она будет расти дальше вперед и ей нужно будет место. Под основание добавляем еще немножко пенопласта и уже оставшееся пространство заполняем корой и активированным углем. И так как у этого растения есть псевдобульбы и сейчас весна, в принципе оно должно дать корни из последующих псевдобульб. Из старых псевдобульб не будет корней, скорее всего. Но из молодых пойдут и довольно быстро, я так думаю. Потому что весна – это фаза роста у всех растений. Вот что получится. Я вам буду показывать. Закрепите обязательно держателями таким образом, чтобы растение не шаталось. Вот здесь находится новый росточек у котлеи. И вот здесь вот дальше вперед будут расти последующие псевдобульбы. От них уже пойдут новые корни. Ризома должна быть наверху. Не заглубляйте ее ни в коем случае. Поливать я ее не буду. Поставлю вот таким образом воду. Корни будут чувствовать, что внизу вода. И будут тянуться к ней. Вот таким образом она у меня будет находиться около окошка. Сейчас нельзя ни в коем случае удобрять. Вот сюда будут расти новые псевдобульбы. Место пока есть. Будем наращивать корневую систему. Как только нарастет корневая система, все будет у нас хорошо. Чего и вам желаю, и вашим растениям. И желаю, конечно же, пышного роста вам, вашим растениям, вашим котлеям, цветения пышного. И желаю здоровья вам, вашим близким. И, конечно же, благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Я всегда рада общению. Всего вам доброго.